доброе утро, грядет начало нового дня. Сейчас мы сделаем зарядку, и будет все зашибись у тебя. Эй, доброе утро, грядет начало нового дня. За чашечкой кофе ты вспомни... Делайте утреннюю зарядку, у вас будет хорошее настроение, мышцы будут в тонусе, и это поможет вам двигаться быстрее, скакать, прыгать. Живаем жизнь вместе с Юркой Стригай. Я, конечно, все показывать не буду, но самое основное покажу, как я тренируюсь, сколько трачу сил, энергии, какие у меня эмоции после тренировок, какой бываю злой с утра. Все это будет здесь, на моем влоге. Как мы проходим этот огонь, медные трубы, и рвемся на вершину. На вершине много места, хватит всем. Так что вперед, новым победам. Перед тренингом кидаем монету и делаем кофе. Эспрессо. Доктор, как жизнь? Жизнь нормально. Это самый какой-то спец. Массажист. Все умеет. И доктор, и массажист, и врач, и психотерапевт. Силач просто. Покажи Петю. Давай строим зарубу, у кого больше. Ничего себе, шар какой, да? Просто Леха. Ну, не для всех. Для других Алексей Юрьевич. Слой еще разрабатываю. Трубка прям новая. Жесткая, 2.5. Поэтому, наверное, еще дополнительная тяжесть. То есть, в принципе, все весло новое в этом сезоне. Мое олимпийское 7 лет отслужило и поломалось. Пульс где-то 180 точно долбил. Получится где-то 19, чуть больше даже. Еще вон до дома ехать сколько. Мы сегодня практически все заливы обошли, кроме одного. Остался один. Ну, в принципе, ценность этой тренировки высокая. Прокачал полностью клапан свой сердечный. И теперь нужно обязательно пробежаться после такой тренировки. Пульс был высокий. Нужно его восстановить до 140 ударов. Так что сейчас пойду бегать. После основной тренировки 3 круга, 4 упражнения, 15-20-30 раз, все везде по-разному. Подтянуться пока больше 15 не получается, очень болят мышцы. После жесткой объемной тренировки 4 по 4 километра, общий объем где-то 20 километров. Сделали упражнение с собственным весом и пробежались 4 километра. Легкий такой прогулочный бег. Сейчас, пока море теплое, надо пользоваться. Погода, в принципе, позволяет. Классная теплая погодка. О, хорошо. Очередное откровение у меня. Вот я потренировался, даже устал, искупался в море. Раньше я бы спешил на обед покушать, что-то сделать, какая-то суета была бы.
набить свой живот едой. Но сейчас я прямо наслаждаюсь и радуюсь каждой минуте. Хожу вот по берегу. Готов петь песни, я готов целовать песок. Как здорово, что Бог сотворил этот чудесный мир. Что у нас есть все. У нас есть у каждого свой талант. Мы можем их развивать. Если что-то не получается, продолжайте делать. Бог, Он делает нас победителями. Разными путями. Мы победители во всем, во всех наших делах. И это круто, потому что никто другой не способен так обнимать, так радоваться за нас, как Господь. Вся слава Ему! Просто убежал. Вообще, вот это дед. Десятку пробежал. Колено теперь. Жесть. Вроде они быстро должны были бежать. Тренер, кстати, едет на Чебурашке. Никого нет? Приехал. Рюкзаки наши видел. 52 минуты получилось. 10 километров бег. Пульс вообще огромный. Веди меня ночью, веди меня днем, веди над водой, веди над огнем. Только не отпускай, только держи в руках, только помоги в сердце не пускать страх. Помоги искать счастье не в деньгах, помоги искать. Сложно себя заставить тренироваться, но когда есть желание побеждать, оно стоит выше, чем лень моя. Поэтому качать спину.